Блин, не включился телефон. Ребятушки, я просто говорю, что я ему сейчас объяснила немножко вот с нашей жижей. Он говорит, что как... потому что он сейчас немножко согласился, что действительно сначала ничего нет, да? Вот, видите, смотрите. Ничего нет. Вот. Ничего. Ничего нет, да? А потом резко раз. И арка, да? Из кирпича. Ребятушки, извините, у меня рука дрожит. Я не знаю, что такое со мной вообще. Она устала. Но это телефон, он такой, мне кажется, более чувствительный. Вот. И я ему говорю, ты понимаешь, что я сейчас двумя руками буду держать? Я говорю, ты понимаешь, что это очень часто случается. Очень часто. Я уже не знаю, сколько я их... Сейчас я увеличу и сделаю так две руки, чтобы вы посмотрели не трясущиеся. Я не знаю, что у меня сегодня. Ну, трясется рука. Вот. А вот там, вот смотрите, вот там мы были. Вот там мы были с ним на кораблике. Видите? Вот. Это вот эти островочки эти. Понимаете? Вот, видите, вот тут, посмотрите, вот тут тоже, видите, ничего нет, видите, ничего нет. И тут раз, идет уже камень, да? Даже здесь так жарко, мне даже жарко в платье, блин. Я и так уже воняю, можно сказать, от пота. Такое теплое платье, блин. Сейчас я приближу сюда, я просто стою и смотрю на нашу жижу, как бы, да? И вот, посмотрите, давайте вот, кстати, вода какая. Давайте посмотрим. Это вообще. Ну, не знаю. Ой, видите, это аббатство еще и работает. Там еще и эти. Там еще и братья есть. А, там группа пришла, представляете? Как обычно мне везет, блин, с группой. Петушки, это вообще непередаваемо. И вот там просто идет уже, видите? Туда вверх, вот как это можно было построить в 1300 году, да? Скажите. Да как это можно было построить даже в 1900 году, понимаете? Хоть в каком году? Посмотрите, какая идет. Какая идет эта загогулина. Посмотрите, цветочки. Смотрите, какая прелесть, да? Арочки наши, видите? Кстати, там рисунок, да? Там вот эта арка. Очень он довольный, очень. Я сейчас меня благодарил вообще, говорит, и наконец-таки я могу сказать, что я в красивом месте. Я рада, что он так говорит, что не жалеет, что сюда приехал. Вот. Просто невероятно, ребята, смотрите, смотрите, галька и идет скала. Вот это я не называю. Вы знаете, да, это я не называю вот это примордиале. Это просто скала, да. А смотрите, здесь еще и тоже рядом со скалой. Это скала. Вот хочу вот ради, чтобы показать вам разницу, сейчас покажу вам разницу. Вы посмотрите здесь что. Странно, что нету здесь этой... Странно здесь, что здесь нету этой жижи. Это... Тут есть, видите, вот такое вот, вот такая грота, посмотрите, да? Но вот прямо вот нашей этой жижи нету. Как держится, да, все, скажите? Как все держится? Посмотрите. Да, а там, посмотрите, куда идет. Видите, куда идет вверх, и вот как это все держится, да? Скажите. Такая расщелина, здесь еще, посмотрите, как ворота, да, видите? Туда нельзя заходить, идти, но я покажу вам. Нет, ребятушки, есть тут наша жижа. Ребята, наша жижа, посмотрите, блин. Посмотрите, боже мой. Офигеть, это все наша жижа тут, посмотрите. Поглядите.
Смотрите. Видите? Смотрите, там какие-то эти. Типа домики чита. Смотрите. Наши жижи, видите? Видите? То есть над нами, видите, над нами? Видите? То есть тут как бы камень вместе с этой жижей. А? Обалдеть. Это вообще все. Это просто удивительно. Вот эти гроты, наверное, делают вот это вот жижа, я не знаю. И ставят, видите, ставят всегда вот эту Мадонну. Всегда Мадонну эту ставят. В эти места, блин. А? Понимаете? Всегда эту Мадонну ставят. Вот надо вот прям подойти сейчас, блин. До этого никого не интересовало, блин. Теперь они стоят и мне, типа, когда я отойду, блин. Это просто... О, Святой Николай здесь. Есть три церкви они тут сделали. Это вообще просто... Святой Николай тут? Это очень хорошо. Я хоть не верующая, но Святой Николай мне нравится. Даже если его не было. Смотрите, тут все разрисовано еще. А? А. Тут еще и пальмы еще есть. Видите, еще пальмы даже. Кстати, пальмы еще есть. О, Ери. Ogni 10 минут Ери, Олеза. Sono quelli che della Gusta, passa a Cascina Costa, fanno le. Anche questo qua è da guerra. Ho capito Ери. Fanno i voli però. Guarda, ребятушки, это вообще. Смотрите. Как все выходит вообще. Просто невероятно. Невероятно. Посмотрите, как она тут. Домик этот, да, кстати, идет из скалы, кстати. Еще какой-то кран там стоит, блин, наверху, это вообще просто удивительно. Ой, какой запах хороший. Это вообще, ребятушки, просто невероятно. Невероятно вообще. Просто невероятно. Сложность вообще. Номера Контара. А, я слышала, что она сказала, что здесь было 3 святых мужчины, здесь 3 святых женщины. Это я слышала. Кстати, арка торчит. Видите, арка торчит. Кусок арки торчит. И тут, кстати, арка торчит. Видите? Тут какой-то, тут, видите, тоже арка нарисована. Какой-то штырь торчит. Везде арки. Вот, смотрите, вот все сложно вот так. Все сложно вот так сделано, а? Просто. Иисус. Тут у нас, видите. Все тут разрисовано, наше это. Здесь.
И дети какие-то в саде, да? А, они все. Скелетик. Ужасно, да? Еще в белом этом. Почему-то руки не на груди прикинул. Сейчас я крестьяна, да и Виктория Кузи. Да и Фома Кузи, если крестьяна. Так вот. Да? Я говорю, что если крестьянин, должны были руки на груди быть. А тут, кстати, вдоль тела. Тоже интересно, да? Кстати, какой саркофаг. Ну, темплиерский, видите, типа. Кстати, не хочет сфокусироваться в это. Кстати, не хочет фокусироваться. О, забыли там. Ребята, не фокусируется. Прикиньте, вот эти кресты, вот эти вот темплиерские, блин. Видите, тут как. Видите, кончается наша реальность тут. И достроили уже наши уже тут как-то каким-то образом достроили крышу. Видите? Кстати. Крест. Кстати. Не хочет фокусироваться крест. Нормально? Эремит этот, эремит какой-то Альберто Безоц. Какие-то, кстати, какие у него ножки, ребятушки. Маленькие, да? Ну, мне кажется, это вообще настоящий, да? Просто мне кажется, не настоящий. Тут опять ракушка, видите? Только видите, в этом колпаке вообще? Что здесь вообще? Что за комнатка такая, да? Он там тут молился, что ли? А, смотрите, какая акустика, да, тут? Читает молитвы, блин. Посмотрите, какая акустика, ребятушки. Посмотрите, вот торчит, видите там. Это что, вот в такой вот. Ну это ты куда нас собираются возить уже, да, будем молиться, блин. Видите, это типа. Он здесь сидел, наверное, что ли, да? Это, наверное, его комнатка, да? Так получается, типа, вот окошечко весь занавешено занавесочкой. Вот наша, посмотрите, наш рисунок, кстати, на. Кстати. Наш рисунок. Ребята, здесь ничего не хочет вообще. На этом телефоне я только что похвалила телефон, что его на нем не надо ничего фокусировать. Кстати, не фокусируется. Ничего толком, ничего нельзя. Посмотрите, стена какая. Кстати, какая стена, ребята? Стена вообще, да? Тут еще и колонны, да? Кстати, там купол. Туда не зайти, видишь? Ребята, смотрите, там наша скала, видите, кстати? Кстати. Кусок льда.
vedere questo. No, ma tu stai tranquillo qui. Петушки, смотрите, я хочу вам показать низенькую дверь. Я проникла за то, что нельзя. Вот эти. Посмотрите. Видите? Кстати, что там? Ничего нет, видите? Камень просто. Видите? Еще такой зеленью, видите? Вот, посмотрите здесь. Шапка такая, да? Смотрите. Крышка. Это что там, птица, что это? Что-то? Смотрите, какая дверь. Это сюда человек, наверное, не пройдет вообще. Видите, я зашла за запретную эту. Штраф. Но это шапка вообще, да? Ребятушки. Тум. Первый тум. Тоже что-то знакомое. Тум. Первый тум. Ребята, ну не знаю, руки все не дрожат вообще. Просто. Так, ладно, я сейчас выйду. Другой, слушайте, мне что-то здесь поплохело. Интересно, почему? Что-то я чувствую, что мне нехорошо. Наверное, целый день дороги, видите, тут обрывки стены. Как только начинаю читать они свои вот эти розарии, блин, так мне сразу, видите, как здесь криво все. Так мне становится нехорошо. Блин. Фу. Посмотрите, какое тоже вот. Что это, да? Кстати. Эффект 3D, кстати. Это рисунок, ребята. А как будто выпукло, да, видите? Кстати. Знаете? Так, ладно, выходим на свежий воздух, записываем другое видео. Здесь все нарисовано, видите?